Но у нас очередной гость в студии. Сейчас вместе с тобой поделится своими впечатлениями от этого замечательного события. Нападающий Воронежского «Бурана» Александр Буйницкий. Александр, приветствую. Какие впечатления? Здравствуйте. Впечатления очень положительные. Первый раз я присутствую на таком мероприятии. Очень интересно посмотреть, очень необычно. Да, у нас тоже контактный вид спорта, но это немного другое. Здесь люди выходят целенаправленно драться, доказывать свое превосходство. Это реально интересно, реально круто. Отлично. Насколько интересно смотреться очень вживую? Я думаю, бокс, конечно, ты же видел по телевизору, да, а вот вживую, если первый раз, какие впечатления? Ну, я могу сказать, что вживую все смотреть интереснее. И очень, то есть динамично, когда удары, обмен ударами хороший идет. То есть, ну, очень интересно. Ты правильно сказал, хоккей — контактный вид спорта, хоккей еще, наверное, один из немногих спортов, где, по большому счету, разрешены, собственно, боксерские поединки на льду. Самому доводилось таких участвовать? Да, конечно, доводилось. Это... На поле часто градус борьбы зашкаливает, и эмоции, и нервы. Поэтому приходилось, да, вступать в поединки. Конечно, это не идет ни в какое сравнение то, что проходит здесь. Но все же это мужской вид спорта, где надо также доказывать свое превосходство. И если надо, то приходится и пускать кулаки в бой. Вот. Поэтому, в принципе, довольно знакомое, наверное, ощущение. Да? Хотя, как ты правильно сказал, здесь целенаправленно люди выходят к тому, чтобы бить друг друга. Да? Да. У вас все-таки это больше на эмоциях, конечно. Да, да. А чего ждешь от главного боя, от, собственно, главного события, 10-раундный чемпионский поединок? Все прям предвосхищение. Очень-очень интересно посмотреть. Я говорю, еще раз повторю, я первый раз на таком, что очень качественного боя, хорошего обмена ударами, хорошего движения бойцов, чтобы действительно по-настоящему бой захватил, и люди выяснили, кто из них чемпион. Прекрасно. Будем надеяться, что в дальнейшем будут только ярче и ярче у нас эмоции, интереснее бои. Ну и следующий бой будем ждать уже буквально через несколько минут, он начнется.